5 проектов благоустройства из Волгоградской области станут участниками федерального конкурса по отбору лучших практик преображения общественных пространств. Среди них обновленный сквер строителей и улица Титова в Волгограде, набережная Камышина, улица Фонтанная в Волжском и городской экопарк Жирновском. Специальная комиссия изучит заявки конкурсантов и примет решение об их включении в реестр лучших федеральных практик. Напомним, конкурс проводится с 2017 года и направлен на распространение наиболее удачных подходов к благоустройству общественных территорий. В федеральный реестр уже внесены проекты, реализованные в Волгограде, Волжском, Фролово и Николаевске.